Привет, друзья, подписчики мои! Я как Blast Genius продолжаю исполнять ваши желания. Кто понял, тот понял. Короче, очень много мне ребят пишут: возьми верхний слой от Вайврона, возьми серединку от Ашуры и возьми... И вот здесь разница. Кто пишет взять от Геркулеса, кто от Феникса, кто от такого Феникса, кто от Вайврона вот такую, а кто-то еще писал взять про Кербеуса. Или не писал, но я просто про это вспомнил, и сейчас попробуем вот такую. Они одинаковые, кстати, вот у Феникса... да, они одинаковые, что у Феникса, что у этого, поэтому возьмем за основу на верте Феникса. Окей. Но дело, друзья мои, в том, что это будет так себе комбинация, объясню почему, потому что был бы у меня Токаратоми, проблем бы не было. А так как это в Хасбро, там нет защелок и такое себе, но сейчас мы сделаем этот бутерброд, и давайте я ему дам, наверное, вот такой черный я ему сейчас дам. Драйвер, во. Ой. Короче, я вспомнил. А, нет, оделась, но это сложно. Короче, нет, давайте лучше я ему тогда... Он прям вообще жесть, прям... Я боюсь сломать блейд себе. Да, он всовывается, но мне кажется, там... видали, короче, народ, что происходит? Он ломает, я забыл, Хасбро, что можно только с хасбровскими драйверами. Ну ладно, тогда возьмем... У меня есть Арчер Геркулес от компании Hasbro. Вот, я про него забыл. На режиме слингшок. Поэтому возьмем от него. Но тестить будем... А я не знаю, с кем. С Хасбро, не с Хасбро. Ну, давайте пока попробуем просто поиграть сейчас. Вот так вот мы это сделаем. Посмотрим, что получится. Вот, вообще, конечно, прикольно. Все вертится. Это, конечно, сделано, ну, добротно. Окей. А давайте поменяем. Теперь возьмем диск от Вайврона V3. Или Tempest, или... Как там у него еще по-другому называют? Tempest Вайврон? Торнадо Вайврон. И против Ашуры мы Ашуру на его диске посмотрим, потестируем. Итак, погнали. А у меня пускалка не в ту сторону вращается. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ой. Ну не знаю, друзья, но это очень странная комбинейшн на самом деле. Сейчас я потестирую его против Арчера Геркулеса, я думаю. Ну, смотрите, и чё? И Вайбран проиграл. Даже против Ашуры, наверное, тестировать... Ой, против Геркулеса, наверное, тестировать смысла нету. Потому что, да, это выглядит прикольно, забавно, но толку в этом особо я не вижу. Ну-ка, дайте. Его как-то странно, спускалки слетают, не пойму, в чем дело. Хотя, кстати, друзья, возможно, что просили поставить драйвер от Геркулеса не просто так. Ну, взрыв, да, естественно. Ну, это Геркулес, естественно. Окей, тогда мы заменим драйвер. Заменим драйвер на драйвер Геркулеса. Вот так это будет выглядеть. И попробуем протестировать против SB-шного Геркулеса. Запущу-ка его первым. Ну, дадим фору, посмотрим, что получится вообще. А вот. То есть, да, возможно, со зрительной точки зрения такая комбинация смотрится забавно. Но в плане боя, как мы видим, он проигрывает. Давайте-ка вам еще потестируем из коробочки... Ла-ла-ла-ла. А я вот Hasbro, кстати, хочу. У меня есть Kraken K4, вообще очень классный блейд. Посмотрим, как он с ним сразится. Вот, я говорю, что возможно, это потому, что у меня верхушка Вайврона от Hasbro. Вот. Но вообще я считаю прикола и для Ашуры самой по себе, когда оригинальный, и для других волчков такой диск, верхушка, я могу понять, к чему это нужно, да. А вот, я бы вам показал сейчас, конечно. А сейчас покажу, если вы не разойдете, конечно, сейчас, друзья, секунду, если смогу достать. Вот, короче, верхушка Вайврона, это прикольно, а вот нижний слой Ашуры, серединка, это не прикольно. Народ, сейчас, короче, не хочу монтировать дико, сейчас просто у меня наушники, и мне надо одну вещь достать, а она далеко, но это, вообще, короче, Фафнер Дрейн от компании Hasbro. Сейчас я ее подтяну к себе, главное, ничего не сшиби... Нет, не получилось так сделать. О, нет. Все, короче, я вернулся. Окей. Дрейн Фафнер от компании Hasbro. Сейчас я вам покажу. Короче, получается так, что Wild Wyvern... Почему-то я Wild Wyvern называю. Короче, Wyvern Tempest или Торнадо, или просто Wyvern V3. Он легко вообще на изичах уничтожает Дрейн Фафнер от компании Hasbro. И сейчас я это вам продемонстрирую. Запускаем первым Вайверна. Готово. И Дрейн Фафнера. И сейчас мы увидим эту легендарную схватку драконов. Хотя Вайврон нифига не дракон. И по-хорошему должен продуть... Оу!
Косяк опять вышел. Ну-ка, ну-ка, дайте другой драйв от Геркулеса. Продуть должен был бы, по идее, Дрейн Фафнер, но, видите, Вайврон у меня слаб на передок, поэтому, увы, он проиграл. Ну, ладно, ну-ка еще разок. Только зря доставал. Что-то Вайврон плохо запускается. Ну, он, да, видите, слишком много играл подписчик, который подарил, поэтому такое дело произошло. Но, тем не менее, я думаю, что кого-то все-таки Wild Вайврон сможет выиграть. А вот. А, ну проиграл. Ну не суть, тогда убираем. Ну, теперь мы поставим, короче, драйвер от Wild Wyvern Hasbro-ского. Поставим на Такаратоме Ашуру и потестируем ее. Раз уж такая возможность у нас есть. Против... О, сейчас буду чихать. Апчхи! Ох, спасибо большое за поздравления. Так, короче, Ревай Феникс. Против Абушин Ашуры. На, какой дикий Ашура. Посмотри, посмотри, что творит. Это как так получилось? Подожди, подожди, что-то я... Подожди, я что-то не понял. Каким это образом такое вышло вообще? Вы видали, что происходит? Ашура просто срывается с цепи, у него просто сносит крышу. Посмотри, что творит. На драйвере. Так, сейчас... Окей, подожди, ну-ка, а как это работает? Подожди, подожди. Ну посмотри, а в чем прикол? Ну то есть, стой, подожди. Вайврон на таком драйвере он так не делает, ну по крайней мере так дико, ну-ка. Да, он по-другому себя ведет. Ну хорошо, пока у нас есть возможность, поставлю я Бушини Ашури драйвер оригинальный от... Забыл, от Дед Феникса. И сражу против Ревай Феникса. А пока что. А ну-ка. Увы, Ашура проигрывает. И сейчас специальным бонусом мы запустим Дедушку Феникса против Ревайва Феникса впервые на канале Bay Zone. И это действительно интересная схватка будет. Потому что... А, я к чему? К тому, что... В этой комбинации, народ, смысла абсолютно нет. Полная фуфлыга. Ревайв Феникс против Дед Феникса. Вот время и пришло. По идее, эта битва должна была бы случиться еще в январе. Или когда там вышел Дед Феникс. Или... Оу, слетает рама. Вот. Но она бы, скорее всего, даже не случилась. Но вот проигрывает, к сожалению, Ревайв. Ну что, давайте просто потестируем Башинашуру, Бушин, Бурубушин. Против Вайврона Темпест, поехали. Но у Темпеста Вайврона проблемы с запуском. Могу вот эта крышка у него почему-то плохо запускается. Ну-ка странно, ну-ка очень непонятно. Так что да, они похожи, но комбинировать смысла никакого абсолютно нету. Просто, ну нет этого смысла, ну серьезно. Ну и проигрывает Wild Wyvern или же Tempest Wyvern. А ну-ка дай-ка я запущу Wyvern напротив, против Кракена хочу. Кракен, классный блейд. Они прям такие, да-да-да. О, мы там еще Фафнера подклеим к ним, ну-ка. Опа-па! Матч тройной угрозы, обожаю такие матчи. Оу, Фафнер уничтожает. Подожди-ка, ну-ка стоять. Че это, Фафнер проиграл Кракен? Ну-ка, не может такого быть. Фафнер там, по крайней мере, разобрал Wild Wyvern. Ой-ой, что-то не получилось. Ну-ка, давай. Давайте, деритесь. Но это нормально. Как-то ничья. А что если мы потестируем Кракена против... Ну, скажем, не такого уж и прям сильного и хайпового. У меня тут под рукой просто есть. Nightmare Longinus от компании Эсса Бишечка. Ну-ка, поехали. Какой-то у нас сегодня ролик получился нежданный. Столько всего нежданного для вас от меня. А вот, поэтому, друзья, пожалуйста, прошу вас, подпишитесь на канал, поставьте лайк данному ролику, напишите классный комментарий. Вот, всегда приятно их почитать, потому что сегодня я действительно для вас сделал все то, о чем просили. Вот, поэтому, друзья, еще раз, подпишись на канал, поставь лайк,
Нажми на колокольчик, не забывай про конкурс, про инсту, про мы, про ВК. Все, всем удачи, пока-пока, скоро будут новые ролики. С вами был лучший, очень неугомонный Блэдер. Всем удачи, пока-пока, скоро будут ролики. До свидосики!